Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать домашний киви. На 2 дня я поставил 3 штучки киви и 3 яблока кулек. И уже смотрю, одно киви становится мягким. И сегодня мы его попробуем. Ну вот, киви уже порезано на дольки. И сейчас попробуем, какой оно на вкус. Да, на вкус. Очень вкусное. И послаще, как в покупном магазине. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.